Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Как-то Машенька и Саша собрались в кинотеатр, чтоб кино в кинотеатре про пиратов посмотреть. Ровно час стояла Маша перед зеркалом трюмо, чтобы решить, какое платье ей надеть на этот раз. Наконец, готова Маша. Платье в розовый горох исключительно подходит для похода в кинозал. Вышли дети из подъезда и на станцию метро поскорее побежали, чтоб кино не опоздать. Мимо грозных турникетов по билетикам прошли, а затем на эскалатор поспешили поскорее. И быстрее по ступенькам побежали дети вниз, потому что до сеанса оставалось 5 минут. Но, к несчастью, оступился Саша левой ногой. И падение не в силах был свое остановить. И, конечно же, на Машу налетел с разгона он. И по лестнице железной покатились вниз они, где стояли пассажиры с малолетними детьми, и 14 старушек, и 16 старичков. Но Аркадий Паровозов тоже ехал на метро. И, по счастью, на помощь Паровозов подоспел. Он в последнюю секунду к Саше с Машей подлетел и ужасное падение без труда предотвратил. Подарил набор открыток про московское метро, а затем сказал им очень, очень важные слова. Дети, бегать по ступеням эскалатора метро исключительно опасно. Вы не бегайте по ним. На ступенях лучше, дети, встаньте с правой стороны. И держитесь, дети, крепче, вы за поручень рукой. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать. Потому что мимо, дети, я могу не пролетать. Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода, и оголились провода. Вдруг стала горькая еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий!